Получить профессию наряду с аттестатом теперь стало реально. Уже с сентября ученики 8 классов в инженерной школе номер 6 одновременно с получением среднего общего образования смогут осваивать техническую специальность по выбору. О новых возможностях Мария Кузьмичева. Инженерная школа номер 6 и Люберецкий техникум имени Гагарина объявили о начале совместной реализации проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья. Получение профессии вместе с аттестатом». Уже с сентября ученики 8 классов инженерной школы номер 6 будут одновременно с получением среднего общего образования проходить обучение по востребованным профессиям технического профиля. Слесарь-сборщик летательных аппаратов и оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом. Всего на следующий год для учащихся школы выделено 60 бюджетных мест по данным специальности. Планируется, что дети будут осваивать профессию еженедельно, посещая занятия на базе Люберецкого техникума имени Юрия Гагарина. На сегодняшний день данный вуз имеет современную инфраструктуру для подготовки высококвалифицированных специалистов. По окончании обучения ребенок сможет работать по профессии. Мария Кузьмичева, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.